Куда идешь, гномик? Я не гномик. Ну, куда ты идешь? На индийский. На индийский? Праздник. Праздник. Гулять? Да. Нам будут фрукты раздавать из колесницы. А еще оденут наряды. Да, можно будет одеть наряды. А еще что можно будет делать? Ну, не знаю. Мехинди. Ну, мехинди на руке будут рисовать. Да. Тату, это... да? Да, тату. Тату. Ура! Ну как, нравится, Кира? Покажи, супер. А что здесь? Нет, мама будет фоткать Киру. Нравится, Кира? Павлин. Наряжают в саре. И что? Киру тоже будем наряжать? Это долго, в очереди стоять. Но? Пойдем дальше? А здесь фоткаться не желаете? Пойдем. Да с той стороны надо смотреть, какой-то интерьер махарадки. Что делают? Что делают? Дядя Слон! Как? Где? Дядя Слон! Может быть, нет? Дядя Слон! Но это не слон на самом деле. А всего лишь дядя. Дай папе посмотреть. Все равно. Сначала да. От главного входа в парк, сказали. День Индии. Да, Кира? А можно ли сейчас? Очередь.
Я там позже приеду. Вон. Большая. При осуществлении посадки в транспортное средство внимательно осмотрите салон. Заходите к нам, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных предметов. Настоящий пикник с индийской едой, да? Что ты будешь кушать? Кира, что ты будешь кушать? Индийскую еду будешь? Да. Вкусняшку? Это явно без мяса. Без мяса. Рис-то? Рис. Рис. Любишь рис? Да, люблю. Путает. Да, папа любит позапутывать. Ну что, приступим? Все. Жор, обжорыч. Там огурчик есть внутри. Специально тебе делал. Вкуснотища? Ты любишь вообще на природе кушать, да? Сейчас мама тебе даст кашу попробовать. Индийскую. Ну как? Великолепно? Супер, что пришли. Ну, видишь, как замечательно. Мама, тут тоже кушай мясо свое. А ребенок довольный? Индийский праздник, индийская еда. Покажи нам красивую девочку. Ничок, да? Ложечку за папу? Бери. Что? Вкусная каша? Ну, это слишком ты много берешь. Она всегда так набирает. Я боюсь, что положи. Это будет у нее на кухне. Ложку положи. Еще раз. Вкуснотища. Поехали туда, прямо и налево. Довольный ребенок. Пахнет? Да. Красота? Не свисти, денег не будет. Может быть, другой? А ты почему не хочешь фоткаться? Платочки. А? Пойдем посмотрим. А может быть здесь есть? Не надо. Андрей, не надо. Да, не надо. Платочек. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Туалетный теперь, да? Красиво. Почему не поешь? Подарков не хочешь, да? Хари Кришна, Хари Рама. Ручки поднимай. Кого? Нажала и бросила. А я держу. Танцуй. А ручками. Кокошников нет? Кокошников. Кокошники не сегодня. Манго 700 рублей, коробка 1,5 килограмма. А там была подруга. А я не продаю. Давай,
О, кокошник из перьев. Мама, держись за канат, давай. Потянула Кира. Бери, наклоняйся. Будешь делать, да? Растяжку не боюсь. Давай. Разувай ее.
всего ждем. Отдыхает. Хорошо? Все, Антон, большое спасибо. Программа продолжается. Мы летим на огромном куске камня. Главное, деньги. А теперь для папы. Нет, так, чтобы было видно, что это деньги. Как погуляла? Вкусно. Вкусно погуляла? Угу. Устала? Ага. Колесницу тащила? Сильно старалась? Молодец. Пару слов для истории. Зашибись. Погуляли? Крюшенька. Кто ж так мороженое ест? Просто люблю, прости. Пожалуйста, да? Ага. Все мороженое я объела уже, да? Не все еще. Вкусно? Птичка какнула. По-моему, плюнула. Нет, какнула. А не плюнула. Вон голубь. Здорово. Вот он. О, целится, видишь? Киру. Да.